Для чего это? Для завершения дела. Нет, что вы хотите со мной сделать? Абсолютно ничего. Не бойся. Смотри. Будет больно. Немножко. Что? Что вы делаете? Послушай меня. Ты вовсе не горбун. Что? По крайней мере, не настоящий. Нет, у тебя абсцесс. А в итоге скопление жидкости. Огромный гнойный мешок. Больно! Очень! Ты не представляешь, как часто я это слышу. О, какой большущий. Думаю, он без лечения развивался лет 16, не меньше. Но радуйся. Я уверен, его удастся дренировать. Через 3, 2, 1 и вынимаем. Поберегись! Так, самое легкое сделано. Самое легкое? Да. Все хорошо. Но нам нужно примей. Теперь твои мышцы, твои кости и вся твоя скелетная структура будут пытаться вернуться в прежнее положение, вынуждая тебя ковылять, нюхая землю, подобно луддитам, как ты делал это последние лет 16. Так что пока тебе придется поносить этот дивный спинной корсет, который я сконструировал для Гордона. Для кого? Я стою прямо. Это очевидно. Я не переоценил твои умственные способности. Нет, понимаете, просто я не в цирке, стою прямо. Я уже слышал. Так, библиотека и кабинет там, кухня там, моя спальня слева, а твоя справа. Там есть водогрей и мыло, и я предлагаю использовать их, чтобы привести в порядок твою гриву.